вечно преждая мутали. Шримати Бхакти Виданта Свамините Намине Намао. Namaste, Sarasvati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatyadeshatarine.
Hare Rama,
Кришна, Кришна. Thank you.
Кришна. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gora 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 Hari, Gora Hari Gora Hari, Nittai Gauranga, Nittai Gauranga,
Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda. Jai Dvaita Chandra, Jai Gaura Bhakta Vrinda. Читаем сегодня Шри Чайтанья Чаритамриту Анджалила, глава 5, с самого начала. Наставление Рамананды Рая. Суммарий. Вамрита Праваха Башхи. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит краткий обзор данной главы. Однажды Прадюмна Мишра, житель Шрихатты, пришел к Шри Чайтанья Махапрабху, желая услышать о Господе Кришне и его лилах. Господь направил его к Шри Рамананде Раю. В тот момент Шри Рамананда Рай обучал девадаси храмовых танцовщиц. Когда Прадюмна Мишра услышал об этом, он вернулся к Шри Чайтанья Махапрабху. Тогда Господь подробно рассказывал ему о качествах Шрилы Рамананды Рая. После этого Прадюмна Мишра снова пошел к Рамананды Раю, чтобы послушать, как он раскрывает трансцендентную истину. Некий браман из Бенгалии сочинил пьесу, повествующую о деяниях Шри Чайтанья Махапрабху, и отправился в Джаганатхапури, чтобы показать ее окружению Господа. Когда секретарь Шри Чайтанья Махапрабху, Сарвапада Мандара Госвами, услышал эту пьесу, он уловил в ней примесь философии Майявады и указал на это автору. В то же время, хотя Сарвапада Мандара признал саму пьесу негодной,
Он успокоил сочинившего его брамана, объяснив косвенное значение вступительного стиха. За это поэт-браман был очень благодарен Сварупе Дамодару. Впоследствии он отрекся от семейной жизни и поселился в Джаганатхапури вместе с последователями Шри Чайтанья Махапрабху. Вайгунья китакалита, пайшунья варана падита, врана падита, дэньярна вема намагнахам чайтанья вайдьямашрае. В сердце моем, покрытом язвами зависти, кишат черви кармы. Поэтому, погрузившись в океан смирения, я веряю себя заботам великого целителя, Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Джая джая шачи сута Шри Кришна Чайтанья, джая джая крипа моя Нитянанда Танья. Слава Шри Кришне Чайтанья Махапрабху, сыну матушки Шачи, слава Шри Нитянанде Прабху, поистине нет никого более милостивого и славного, чем Он. Джая двайта крипа синду, джая бхактагана, джая сварупа гадатара рупа санатана. Я выражаю почтение океану милости Адвайте Прабху и всем преданным, таким как Сварупа Дамодара Госвами, Гададхар Пандит, Шиларупа Госвами, Шри Санатана Госвами. Эккадина Прадюмна Мишра Прабхура Чаране Дандават Кари Кичу Кари Невидани. Однажды к Шри Чайтанье Махапрабху пришел Прадюмна Мишра и, выразив почтение, смиренно обратился к нему с просьбой. Шуна Прабху Мунидина Грихастадама Конабхагья Панчон Тамараду Лабчарана. Мой Господь, сказал он, пожалуйста, выслушай меня. Я бестолковый семенин, самый порочный из людей. Но по какой-то счастливой случайности я обрел прибежище у твоих лотосных стоп, видеть которые редкой удачи. Я стремлюсь постоянно слушать рассказы о Господе Кришне. Будь милостив ко мне и расскажи что-нибудь о Кришне. И так здесь говорит Прадюмна Мишра. Без комментариев. Но здесь также нечто удивительно описывается, не относящееся к сентиментам. Это правда. Семейные люди не склонны говорить о Кришне. По природе вещей. О чем они говорят? Описано в Бхагаватам. Не обсуждают либо дом, деньги, работу, транспорт, дети, недвижимость. Вот. В основном 90 с лишним процентов разговоров, мыслей об этом, обо всем. Поэтому, когда человек принимает семейную жизнь, он находится в некоторой опасности. К этому нужна некоторая подготовка, серьезная подготовка. Это ашрам, требующий очень серьезного отношения. Я думаю, что в наше время его упростили. Ну, он упрощенный. Некоторая сахаджия, скажем так, вместо греха сахаджия. Просто как-то люди нравятся другу и договариваются. Вот и все. Ничего общего с греха сахаджия. Нет. Семейной жизни настоящей. И что же в результате мы видим? Таких отношений сложности. Они увеличиваются. С каждым днем увеличивается напряжение, непонимание, надежда на счастье откладывается все дальше и дальше. Потом, в конце концов, они уже переносятся на детей. Может быть, они будут счастливы. Ну, а может быть, потом уже даже внуки и правнуки и так далее. Абсолютно каждый человек, не имеющий подготовки к семейной жизни, оказывается ее жертвой. Жертва семейной жизни. И здесь он говорит, я бестолковый семенин. Я не знаю о чем, как о Кришне говорить вообще. В доме, в семье, как это сделать? Я не понимаю. Я понимаю, если уйти в ашрам куда-то или в храме, но как дома, я не понимаю. Там жена, там дети, там всегда требуются какие-то деньги, всегда какие-то материальные мысли. И даже когда смотрим на детей, мы смотрим не с точки зрения материального благополучия, семейные люди, мы забываем о Кришне вообще. Мы даже боимся, чтобы он не стал слишком преданным.
чтобы не пострадало его образование в будущем. Это обычно родительский взгляд, чисто материальный. И редкие исключения, когда родители заботятся о духовном благе, пекутся ребенка по-настоящему. Ну, такие родители, их достойны почитания на одном уровне с духовным учителем. Это редкий случай. Обычно родители не хотят, чтобы сын отрекся от мира. Не хотят, чтобы он женился, чтобы были внуки, была работа и все остальное. Даже Джаганнат Мишра, отец Господа Читания, не пережил саньясу старшего сына. Он умер. Шачи Мата после этого. Она подумала, если еще и Немай примет саньясу, ну все, конец нашему роду. И мне тоже. Окончательно. Нет, я сделаю все, чтобы он не принял саньясу, он должен жениться. Она подошла и сказала: Немай, ты, конечно, еще молод, я понимаю, но тебе пора жениться. Жениться? Зачем, мама? Мне жениться? Я ученый, пандит, собственно, я не очень обеспокоен какими-то вещами материальными. Я сын Брахман, тогда я могу обойтись и без этого. Нет, 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 сынок, я знаю, я старше, ты должен меня слушать, это вся жизнь впереди еще. Ты пока молод, так думаешь, но в будущем, несомненно, тебе нужна будет семья, жена, я уже присмотрел ее, хорошую девушку. И Господь Читания принял это по наставлению матери, он женился. Затем он отъехал в Гаю, чтобы сделать обряды по ушедшему отцу. Шачимата осталась одна с Лакшмиприей, невесткой. И так случилось, что змея укусила ее в ногу. И она умерла. Молодая жена Господа Читания. Она умерла от укуса змеи. Как говорят трансценденталисты, она не пережила разлуку с ним. Змея разлуки, на самом деле, была причиной ее смерти. И когда Господь Читания вернулся, его молодая жена уже, ее не было. И тогда мать сказала: тебе нужно второй раз жениться. Она не отступала, она понимала его наклонности. Если он не женится, он точно примет саньясу. Он привык каждое утро слушать Шримад Бхагаватам. И утром, и вечером, и всегда, если о чем-то говорит, говорит только о Кришне. Это серьезная проблема для семейной жизни. Но если он женится, он станет серьезным. Он будет думать о том и другом как-то, вот знаете, он станет опытным в том и другом вопросе. Она сказала: ты должен второй раз жениться. И он снова послушал свою мать и женился на Вишнуприи. Это тоже была богиня удачи. Это была непростая жена. Не сравнивайте жен Господа Читания с обычными петербургскими женщинами. Светскими даже, даже если питерские или московские. Нет, 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 не думайте так. Петербург – это отсталое место. И в нашей стране, и в мире вообще. В деревнях больше чистого воздуха, чем в Петербурге. Я шучу. Петербург – первый город. Самый главный город. Столица Кали-Юги, можно сказать. Здесь в этом аду построили такую цивилизацию, Прабхупада говорил. Только герои могли такое создать, знаете, всю реку в гранит, мосты, каналы прорыть, на костях город поставить. Это только великие герои могли сделать, конечно. И мы унаследовали этот дух революционный. Теперь мы готовимся к революции Хари Кришна. Хватит карма, в сердце кишат черви кармы, мы не согласны. Но тогда послушайте, раз вы такие революционеры, тогда послушайте и начните революцию. Только не бросайте свои семьи, хорошо? Не об этом речь идет сегодня. Речь идет всегда только о сознании Кришны. Никак речь не идет о нашем внешнем положении. Никогда не пытайтесь менять внешнее положение по собственной прихоти. Никогда так не думайте. Вы должны развивать сознание Кришны. Все остальное наладится автоматически. Без беспокойства. Без всяких беспокойств. Когда Господь Читания возвращался из Гаи, он посетил Катву. Деревенька. Прекрасное место. Ганга там разливается на 5 километров. Она изумрудного цвета, прозрачная, до 30 метров в глубину. Берега – это сплошные гигантские скалы, камни. Очень чисто, красивое место.
Там Господь Чайтанья впервые увидел в своем опыте Кришну непосредственно. Поскольку он получил в Гае посвящение Тришварапури, его воспевание привело к тому, что он увидел форму. Эту странную, удивительную форму. Что-то подобное, как человек. Но нет, совсем не то. Не имеет такой структуры, как человек. Но очень похож. И цвет у него особый, и взгляд. Собственно говоря, его форма проникает в сердце мгновенно. Одно мгновение даршина достаточно, говорится. Достаточно, чтобы человек никогда не забыл это уже. Это не любовь с первого взгляда, это что-то больше. И Господь Чайтанья впервые увидел вот эту сладкую форму, играющую на флейте, в позе трилинга, улыбающуюся. Он посмотрел с улыбкой очаровательной, и Господь Чайтанья побежал, чтобы обнять его, но он исчез. И с того момента времени Господь Чайтанья будет искать его всю жизнь и плакать. С этими слезами он и пришел, вернулся в Навадвипу. В этом настроении. Никто не узнал его. Ни близкие, ни знакомые, даже мать. Мать подумала, возможно, он болен. Возможно, просто у него какая-то болезнь развивается. Он слишком стал чувствительный. Как только назовешь слово «Кришна», он начинает дрожать. Что это такое вообще? У него какие-то бури эмоций. Иногда он теряет сознание. Итак, это Чайтанья Махапрабху. И затем он принял саньясу. Ночью он ушел, покинул дом. И ушел. Это место называется, где он принял саньясу. Катва. Катва, а это место, как я назвал, тоже Катва, что ли? Да? Это не Ката, не Катва. Катва, где он принял место, да, саньяса, а где он видел Кришну, это место называлось Канай Начала, простите. Извините. Канай Начала. Канай Начала. Если будете в Индии, если вам удастся туда приехать, не пожалеете. Канай Начала. И что я хотел привести, какой пример? В Канай Начале, когда мы были, мы видели храм. То место, где Господь Чайтанья увидел Кришну, там стоит храм теперь. Не такой же большой храм, но и каменный. Отдельно стоящий. Но мы, собственно говоря, и не увидели никакого храма. Там дерево, баньян, которое когда-то было посажено во дворике этого храма. А теперь выросло так, что заполнил весь храм, и он оказался внутри дерева. Вот это сознание Кришны. Вы сажаете семечко бхакти. В свое сердце, где полно материальных желаний, как говорится. Полным-полно. Это не просто какое-то здание, это целый город Санкт-Петербург. И в каждой квартире, в коммунальной и отдельной, живут желания. Все вместе с копом или по отдельности. Они конфликтуют друг с другом также, ходят на работу, передвигаются куда-то. Там целая жизнь, очень сложная противоречия. А мы мэр этого города, конечно же. Мы гордимся, что мы управляем этим городом. Но на самом деле, в данном случае, мы еще не управляем городом. Пожалуй, эти жители управляют нами. Если человек женится, он как раз вот это и думает. Я хозяин семьи, но у меня работа, я там контролирую все необходимое. Нет. У него появляется бремя на самом деле. Он поймет позже это, годам 60. Может, 50, может, раньше, может, то как. Но рано или поздно человек устанет от этого всего, от этих желаний, от этих бесконечных стремлений, бесконечных планов. Стоит выполнить один план, на его место еще 2-3 плана возникают, которые необходимы, а эти 2-3 плана нужно выполнить уже с большими усилиями. И что же дальше еще? И теперь нужна помощь семьи, помощь потомков. Потомки нужны, наследники нужны. Куда это потом все девать? Не выкинуть же, не в могилу же с собой забирать. То есть, таким образом, беспокойство не становится очень-очень сложной, жизнь становится. И примитивное мышление, где деньги? Чем больше человек живет, тем больше он опускается на этот уровень количественного счастья, а качестве он забывает.
Но говорится, что достаточно один миг прожить в полном сознании, чем тысячу лет в сознании дерева. Качественная сторона важнее. И здесь поэтому этот преданный, он грехастха, у него есть склонность слушать о Кришне. Сам, как он говорит, он не может, он бестолков говорить о Кришне, но у него есть вкус, он хочет слушать о Кришне. И он сказал, что я вот такой вот порочный, неудачливый, но посмотри, все-таки я очень удачлив, что я встретил тебя. И я могу общаться с тобой, слушать от тебя о Кришне. Слушать о Кришне означает, это означает непосредственно пребывать с Кришной. Вот если мы слушаем из верного источника, мы непосредственно, слушая о Кришне, пребываем вместе с Кришной, непосредственно. Вот это значит слушать о Кришне. Разницы нет. Видеть, слышать или пребывать – это одно и то же. На духовном уровне различий таких нет. И вот этот браман говорит, я могу пребывать в сознании Кришны рядом с тобой, когда ты говоришь о Кришне. Что-то из твоего сердца исходит все это. Я могу слышать по великой удаче. У меня есть вкус к этой Кришна-катхе. Я стремлюсь постоянно слушать рассказы о Кришне, о Господе Кришне. Будь милостив ко мне, расскажи что-нибудь о Кришне. Да что-нибудь неважно. Говорит, о Кришне можно начать с начала или с конца, или с середины рассказывать. Не имеет значения. Прабхупада говорила о читании Чаритамриты, что это подобно сладкой конфете. Вы можете с любой стороны укусить ее, вкус будет одинаковый. Или с начала, или с середины, или с конца. Вкус не изменится от этого. И вот что-нибудь о Кришне. Здесь что подразумевается? Вы не можете подойти просто к человеку, которого не знаете, нет отношений, сказать то же самое. Расскажи мне что-нибудь о Кришне. Это легковесный вопрос. Сначала нужно разобраться, почему я страдаю, в чем у меня проблемы. Не сразу, но здесь имеется в виду, что этот браман, он уже знает сердце Господа Читания. Ему не нужно каких-то предварительных бесед. И о чем он говорит? У тебя в сердце прямо сейчас Кришна, я вижу это. Просто глядя на тебя, ну, Господь Читания же. Просто глядя на него, люди понимали, кто такой Кришна. Это сразу переносилось, потому что он всегда испытывал ту махабхаву, любовь, разлуки с Шримати Радхарани, которую испытывает. Поэтому он говорит, расскажи мне, что у тебя на сердце, что-нибудь, неважно, ну, у тебя же есть, я же вижу. Он видел это все. То есть мы видим, что это на самом деле высокий уровень, потому что обычный человек, он не может даже различить, кто преданный, кто не преданный еще. Кто свят, кто не свят. Что такое духовная жизнь, что такое религия, он может не понимать эти вещи, он может все отождествлять. В наше поколение для нас духовно было сходить в ресторан и поесть под музыку. Для материалистов так считалось духовное времяпровождение. Или сходить в Эрмитаж, тоже была духовная практика, в этом заключалась. Или пойти не на троллейбусе, поехать на работу, на такси, это тоже считалось одухотворенным действием каким-то. Особенно прийти в гости с подарком. Это все была духовная практика. Так люди чувствовали, придавали этому большое значение. Когда Прабхупада посетил Лувр, он удивился искусству, а потом сказал, не слишком большое значение этому придают. Слишком большое значение. Сочетание Махапрабху ответил. Хотите знать, что делал Читание Махапрабху? Это секрет, это Антиалила уже последняя, так сказать, глава Читания Чаритамриты, поэтому нельзя слишком разглашать эти секреты. Но мы сегодня по особому случаю, поскольку все-таки Санкт-Петербург – центр культуры, мы расскажем. Я ничего не знаю о Господе Кришне. Это начало. Если кто-то так говорит, будьте внимательны, слушайте внимательно. Если кто-то говорит, я все знаю о Кришне, иди сюда. А вы идите подальше от этого места. Но если видите, что у человека при одном вопросе меняется умонастроение, и все углубляется, атмосфера меняется, он говорит, я ничего не знаю. Человек очень много знает о Кришне. Я думаю, что о Кришне знает только Рамананда Рай. Ибо сам я слушаю то, что рассказывает он. Уже известна была встреча Господа Читания Рамананда Рая. Это была необычная встреча, потому что Рамананда Рай – это грихастха. Еще один семейный человек, у него было много спутников грихастх. И грихастха, как мы сказали, он такой вот наполовину падший одной ногой.
Одной ногой в Майе, одной ногой в сознании Кришны, он и там успевает вообще. Грехаст, он квалифицирован, там и там должен быть. Ну, такое его положение. А саньяси двумя ногами должен быть уже в духовной практике находиться, в духовном сознании. Двумя ногами. Вот Господь Читания саньяси. Рамананда, Рай, Грехаста. И что же происходит? Они встречаются. И Господь Читания задает вопрос Рамананда Рай. А Рамананда Рай отвечает на все эти вопросы. Он все ему рассказал о Кришне. И в конечном итоге Рамананда Рай теряет сознание в конце этой беседы. Потому что это не были просто вопросы. Господь Читания сам давал ему ответ изнутри сердца. И он рассказал то, о чем раньше не знал вообще. Но он потерял сознание, когда понял, о чем он говорит вообще. И посмотрел на Господа Читанию, удивил две формы вместо одной вдруг. Вот тут он уже не смог, не выдержал. Он увидел одну очень темную форму, а другую золотистую форму. И вместе получилось необычное, очень необычное. То, что такое Господь Читания, он раскрылся перед ним, как Рада и Кришна. Шри Кришна Читания, Рада Кришна Нахиания, говорится, это Рада и Кришна в одном лице. Вообще, изначально Кришна. Но первая его экспансия, первое проявление, это не кто иное, как энергия его наслаждения, Радхарани. Бог, женщина. Энергия наслаждения Шримати Радхарани, это первое его проявление. А затем они объединяются вместе, получается третье. Шри Чайтанья Махапрабху. Удивительно, уникальные игры Господа. Сколько существует форм. Но Господь Чайтанья Махапрабху, самое милостивое, это бхакта-аватар. Это нисхождение бхакти, чистой бхакти, любви Шримати Радхарани, вот в этот мир. Потом Рамананда Рай, когда увидел эту золотую куклу и рядом очень темную, другую форму с флейтой, он не выдержал этих отношений и потерял сознание. Поэтому здесь Господь Читания говорит, иди к Рамананда Раю. Я сам слушаю, как он мне рассказывает о Кришне. Ты меня спрашиваешь? Нет, я ничего не знаю. Иди к Рамананда Раю. Велика твоя удача, ибо ты желаешь услышать рассказы о Кришне. Удачливый ты человек. Тебя это интересует на самом деле? Знаете, в чем секрет сознания Кришны? Опять я секрет раскрываю. Секрет не в практике в самой. В желании. Если мы хотим Кришну, мы в сознании Кришны. Вот и все. Но если мы не хотим Кришну, нам никто не поможет. Ни практика, ни что угодно. Почему так важно читать книги Прабхупады? У нас пробуждается это желание Кришны. Прабхупада делает удивительные вещи за нас. Вот дает нам благочестие, только очень чистый, очень благочестивый, совершивший множество аскез в прошлом. Люди в прошлых жизнях могут заинтересоваться искренне и пожелать Кришну. Но Прабхупада это удивительно. Он за нас это делает. Он так говорит, он сверхдуша, он записывает, что сверхдуша говорит. Это книги все записаны свыше, на самом деле, комментарии имеется в виду. Это оригинал мы читаем, потом будут комментарии также. Изучая эти комментарии, несомненно, у нас пробудится желание. Вот почему преданные не читают книгу Прабхупады. Что если пробудится желание, как жить дальше в этом мире? Мы знаем, что происходит с преданными, когда у них желание пробуждается, и работать не хотят. Ничего вообще не хотят делать. Не заставишь ничего делать. Поэтому не знают, как вот, если слишком много читаешь, желание же меняется, я не хочу больше на работу ходить. А если на работу ходишь, книг не читаешь, то в сознании Кришны не успеваешь. Как же все, как же быть-то? Так читать или не читать, вопрос в чем? Читать все-таки, потому что желание изменится. Самое лучшее для тебя отправиться к Рамананде Раю и послушать его. Я вижу, что ты обрел вкус к рассказам о Кришне. Это твоя великая удача. Безмерно счастлив каждый, в ком пробудился такой вкус. Если такое желание пробудилось, Прабхупада говорит, вы причисляетесь к освобожденным душам. Если это желание пробудилось, оно уже не угаснет. Если мы получили этот импульс, ну, например,
Например, как люди привязываются к интоксикациям? Они получают какую-то дозу сначала, а потом привязываются. Так. Вот так же сознание Кришны приходит. Получаем дозу. Одного раза достаточно. И потом начинаются проблемы. Человек все бросает, все интоксикации, мисоедения. Родственники смотрят, с ума сходят. И он тоже. Он всех просто там, знаете, строит. Уверенно проповедует всем. Пойдете в ад и так далее. Один против всех вообще выступает. Дозу получил. Дозу сознания Кришны. ЛСД – ничто. Прабхупада, сравнение с сознанием Кришны. Если получить чистую дозу. Как называется это? Чистая доза. Беспримесная. Что есть наркотик с примесью, но не такой сильный. Я слышал. Как? Да есть специальное слово наркоманов. Не знаете, что... Петербург, боже мой. Взрослые люди. Да? А? Скромные? А, знаю, скромные. Ну, то есть, без примеси. Но есть хороший. Чистый спирт, есть нечистый. Есть разница? Тоже не знаете. Чистое золото есть или нечистое? Понимаете, да? Как? Чистоган. Чистоган, вот. Чистоган. Вот это слово я точно помню. А то, думаю, у друга. Он опытен был в этих вопросах. Потом все бросил. Кстати, он из Петербурга. Он был опытен. И потом все бросил. Потому что получил настоящий чистоган. На самом деле, 30 лет он не принимает ничего. И ищет, где Кришна, где Кришна, где Кришна. Если вы ищете, где Кришна, где вы окажетесь? Во Вриндаване. Все. Вот увидите. Вот кто сейчас только начал, запомните эти слова. Вы все окажетесь в Вриндаване рано или поздно. Поистине напрасны все труды человека, который тщательно выполняет предписанные ему обязанности в системе варни-ашрамов, но не пробуждает в себе любовь к Кришне и вкуса к слушанию рассказов о Кришне и прославлению Его. Это цитата из Шримад Бхагаватам. Напрасны все труды. То есть здесь мы видим, что предназначение нашей деятельности – развить сознание Кришны. Предназначение денег – такое же. Предназначение свободного времени – такое же. Предназначение избыточного разума в том же самом. Другого предназначения нет. Поэтому тот, кто эти энергии, данные нам, использует для чувства наслаждения, пьет яд, говорится. Он деградирует, становится хуже животного. Если животное ест мясо, такое как тигр, он не деградирует. Человек деградирует. Слон любит пить тоже спиртное, но не деградирует. Человек становится хуже животного. Потому что не выполняет свое предназначение. Последовав совету Сочетания Махапрабху, Прадюмна Мишра отправился в дом Раманандрая. Там его встретил слуга и пригласил присесть. Прождав некоторое время, Прадюмна Мишра обратился с вопросом к слуге и тут рассказал ему о том, чем занимается Шри Раманандрай. То есть он стал сидеть и ждать его, но... Достаточно долгое время. Тогда он спросил слугу, что же там происходит, чем занимается Раманандрай. Послушайте, что сказал слуга. Здесь есть две очень красивые танцовщицы. Они находятся в расцвете юности и замечательно танцуют и поют. Шрила Раманандрай увел этих девушек в уединенное место, в саду, где учит их танцевать под песни из написанной им пьесы. Понимаете, что происходит? Преданные понимают, что происходит. Гости могут не понимать, что происходит. Поэтому нужно почитать дальше. Комментарии. Пьеса, которую репетировал с двумя девушками Раманандрай, это знаменитая Джаганнат Хавала Пханатака. Песни и танцы предназначались для удовольствия Господа Джаганнатхи.
И потому Рамананда Рай сам учил девушек исполнять песни из пьесы и танцевать под них. Кто-нибудь видел этих танцовщиц Господа Джаганатхи когда-нибудь? Фотографии или не случалось? Нет? Видел? Нет, они всегда есть, имеется в виду. Их берут новые, они танцуют перед Господом Джаганатхи, Девадаси называется. Они не выходят замуж. Они считаются невестой Господа Джаганатхи. Они танцуют иногда вообще без одежды перед Божеством. Да, там никого нет. Там никого, там только Господь Джаганатхи. Я видел фотографии этих женщин. Там было написано, кто это такие. Я ничего подобного в жизни не видел. Это три могущественные характера, это саньяси фактически. По уровню отречения это то же самое. Это такая могучная решимость в их взгляде, внутренний мир глубокий, тудильной личности. Я думаю, что если вы захотите увидеть там красивых женщин, то вы наткнетесь на такую, знаете, стену, о которой можно расшибить лоб. Но они на самом деле очень красивые при этом. Пожалуйста, посидите здесь и подождите несколько минут. Как только он вернется, он будет к вашим услугам. Пока Прадюна Мишра сидел и ждал, Рамананда Рай проводил время наедине с двумя девушками. Рамананда Рай собственноручно массажировал их с маслом и омывал водой. Он своими руками мыл их с ног до головы. Хотя он собственноручно наряжал и украшал этих двух юных девушек, он оставался невозмутимым. Такой был ум Шрилы Рамананда Рая. Дотрагиваться до юных девушек для него было все равно, что прикасаться к дереву или камню. Это нисколько не влияло на его тело или ум. Вот какого уровня достиг Рамананда Рая, общаясь с Господом Чайтаньей. Вот такой результат сознания Кришны. То есть мы тоже общаемся с Господом Чайтаньей, с его настроением, воспевая Харинаму. Такой должен быть результат. Шрила Рамананда Рай поступал подобным образом, поскольку в сердце считал себя служанкой гопи. Хотя внешне он казался мужчиной, внутренне, пребывая в своем изначальном духовном состоянии, он считал себя служанкой тех двух юных девушек гопи. Вот в чем секрет был. Вот о чем думал и как себя чувствовал Рамананда Рай в присутствии этих девушек. Он считал себя служанкой женского рода. Не путайте ничего, хорошо? Это у него была духовная сварупа. Кто мы в духовном мире, мы сейчас не знаем. Ничего общего с телом, с этим нет. Мы не знаем. Но когда-то мы узнаем. Это как-то проявится. Я помню, как однажды в Ашраме здесь, в Петербурге, когда я жил, мы по вечерам читали «Источник вечного наслаждения» каждый вечер перед сном и пили горячее молоко. Это была наша часть духовной практики. Горячее молоко на ночь прекрасно было с кардамоном или с корицей, немножко сахаром, горячее. И в это время, когда мы пили это молоко, кто-то читал вслух главу из «Источника вечного наслаждения» книга Кришна. На ночь очень хорошо, настраивает ум. И однажды, я тогда не был еще даже инициирован, я больше слушал и не говорил ничего. Но там были инициированные преданные, уже опытные, получившие посвящение. Они говорили о сварупе. Я слушал, интересно, первый раз такое слышу, сварупа. И они знают свою сварупу. Вот это да, я тоже хочу посвящение получить, чтобы знать свою сварупу. И кто-то из преданных сказал, я чувствую, что у меня не родительские отношения с Кришной. А какие, спросил другой. Это был Шринатаджи. Этот преданный сказал, я думаю, у меня дружеские отношения с Кришной. Да, 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 да. Да. Шринатаджи подумал, да, вот надо же, ты уже все понимаешь. Я еще ничего не чувствую, сказал. Я вот вообще ничего не понимаю в этом. Кто-то тоже что-то говорил, а я вообще молчал. А я был впечатлен. Уже об отношении с Кришной речь идет, надо же, как все близко. Я рассказал об этом всем женщинам через жену.
что у нас вчера обсуждали уже Сварупу все преданные инициированные. Да? Сказали они. И что? У кого какая Сварупа говорит? Я говорю, ну, секрет, ну вот так или иначе, у одного дружеские отношения с Кришной. И потом Матаджи тоже все забрались, оказывается, после этого и стали выяснять свою сварупу. И все, конечно, они хотели быть гопи. Все мужчины хотели дружеские отношения, все женщины хотели быть гопи во Вриндаване. Это телесное представление. А когда мы говорим, коровой не хочешь стать? Нет, только не коровой. Ни деревом, ни травой, ни коровой. Нет, 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 только гопи во Вриндаване. Но если мы услышим из верного источника о том, что такое сварупа, мы захотим пережить все. Мы захотим стать травинкой, как Удхава. И нисколько даже не пожалеем об этом. Будем очень счастливы стать травинкой во Вриндаване. Это вечная сварупа Удхавы Махашаи, великого преданного Господа Кришны в Двараке. Кто бы догадался, что он травинка во Вриндаване? Мы были во Франции в этом году, и там есть одна знаменитая преданная ученица Шрилы Прабхупады, Матаджи Мандакини. Она здесь была недавно. Она вам рассказывала истории про то, как две матаджи получали инициацию Прабхупады с именами. Да? А? Первую инициацию не знаете? Не знаете. Я попытаюсь вспомнить немножко. Коротко. Это было начало движения, говорит, мы были все молодые, как бы вот европейские юноши и девушки со вкусом жизни, одеваться, экстравагантные, творческие, выдумщики. Мы, допустим, женщины все носили, говорит, шафрановые сари. Одинаковые, все шафран носили сари, такой светлый шафран почему-то. Прабхупада ничего нам не говорил обычно. Если мы что-то вытворяли, он привык просто к этому. Здесь тоже мы в Петербурге, Горчаренко красила шторы, покупали и красила их в каком-то баке с анилином, с узлами, чтобы разводы были. И из этого делали сари тоже женщины. Отходите, мне шили из простыни, покрасили вораженый цвет, яркий. Вот как эта куртка. Вот. И все грехасы ходили вот в таких одеждах, в ярких. И никогда с женами не разговаривали на публике, и детей своих не узнавали тоже. Мы стеснялись привязанности, мы считали себя отреченными. Так было, такое настроение было. И вот Шрила Прабхупада, он давал инициацию где-то. То ли это была Европа, то ли Америка. Мне кажется, была Америка, тогда они были в Америке еще. И вот одна, они разговорились, две матаджи там тоже, они должны получать имена, они встретились, стали разговаривать, и выяснилось, что они очень хотят получить определенные имена. И очень волнуется об этом, что Прабхупада догадался об их желании. Вот попасть на даршан было очень сложно, они не могли, боялись тоже. И одна сказала, я любой ценой хочу имя гопи. Любой ценой. Другая сказала, я любой ценой хочу имя коровы во Вриндаване. Ну и как Прабхупаде сказать? На даршан невозможно, завтра уже инициация. Мы стесняемся и боимся тоже. Они решили подать какие-то знаки Прабхупаде уже во время церемонии. И пошли в магазин обе, и, значит, купили необходимые атрибуты и нарядились. Одна в гопи, разноцветные тряпки вокруг себя, как цыганка, знаете, вот, такую длинную юбку разноцветную, там браслеты, все навешала на себя, еще накрутила сверху на голове какие-то вещи, тоже завязала узлами. Но даже по тем временам среди хиппи было нечто. А другая, значит, купила колокольчики на ноги и на шею, значит, и ходила, звенела колокольчиками, значит, ну и походкой имитировала корову, чтобы дать Прабхупаде понять, кто она в духовном мире вообще. А другая, значит, вот такая вот одетая, вот в кольцах, танцующая гопи. И началась инициация, и они зашли, в общем. И все ахнули, когда вообще увидели такое. Не то, что Прабхупада, все остальные даже ахнули. Но Прабхупада уже привык к своим молодым западным ученикам. Он сказал, и все. Ну ладно, хорошо, пусть будет так. Я, говорит, всеми силами подавал знаки Прабхупаде, что я гопи, своей походкой, поведением и прочее. А я, говорит,
звенела колокольчиками, делала вид, что я корова вообще. И вот пришло время получать имена. Подошла гопи и Прабхупада сказал: будешь твое имя Кишори, главное гопи в Вриндаване. Это Миратхарани. Все. А ты, то имя Сурабхи, главная корова в духовном мире. Такая интересная история. Комментарий. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в Амрита Праваха Бхашье. Шрила Рамананда Рай написал пьесу под названием «Джаганнатха Валабханатака». С помощью двух девушек, профессиональных танцовщиц и певиц, он хотел выразить идею этой пьесы. Такие девушки, которые именуют Девадаси, по сей день служат в храме Джаганнатхи, где их называют Махари. Махари. Шрила Рамананда Рай репетировал пьесу с двумя такими девушками. Поскольку им предназначалось сыграть роль гопи, он обучал их умонастроению гопи. Поклоняясь перед гопи, Рамананда Рай видел в этих двух танцовщицах гопи, а себя считал их служанкой, поэтому прислуживал им, натирал их тела маслом и омывал их. Поскольку Рамананда Рай всегда считал себя служанкой гопи, его репетиции с девушками были полностью духовные. Это пишет Бхактивинода Тхакур. Мы должны тут отметить, что это антилила. Это завершающая часть читания Чаритамриты. Здесь описывается очень необычная вещь, которую нельзя имитировать никому. Никто не должен подражать тому, что здесь написано. Шри Рамананда Рай никогда не думал о наслаждениях. Поэтому, когда он прислуживал девушкам, его ум и тело не возбуждались. Однако этому ни в коем случае нельзя подражать. Более того, находиться в подобном состоянии не сможет никто, кроме Шри Рамананда Рая, о чем скажет сам Шри Чайтанья Махапрабху. Пример Шри Рамананды Рая уникален. Автор Шри Чайтанья Чаритамриты приводит этот случай, чтобы показать, какого совершенства можно достичь в преданном служении. Однако к таким вопросам нужно относиться очень серьезно и никогда не пытаться имитировать подобные поступки. Как говорится, что женщина – это огонь, а мужчина – масло. Как только огонь приближается, масло становится мягче. Еще ближе, еще мягче, еще ближе, и потекло. Все, никакого контроля. Масло, которое топленое, это уже никакой формы нет. Любую форму, он уже просто течет. Это означает, что мужчина может потерять разум, твердый разум, общаясь неправильно с женщиной. Что удивительно в нашей культуре, что это принимается. Люди принимают это как культуру. Не боятся этих вещей. Не видят в этом никакой опасности. Наоборот, считают, что это очень хорошо так действует. И что в итоге? Знаете, что в итоге? Мужчинам конец будет. Уже наполовину это так. Вы заметили, что происходит в этом мире? Что женщины все больше и больше не уважают мужчин, а мужчины все больше и больше не доверяют, не уважают женщин. Почему? Вот по этой причине. Что масло и огонь в постоянном контакте, в постоянном контакте, в постоянном контакте. Всегда везде используется контакт. Повсюду, на улицах, на рекламах, где угодно. Любая вещь, которой пользуется красивая женщина, становится значительной в глазах мужчин. Это известно. Это используется широко в рекламе. Постоянно дается контакт. Это считается хорошей культурой, но это очень опасно. Для рассудка. Опасно потому, что когда человек теряет разум, он не знает об этом. Вы даже не убедите его в этом. Он становится очень гордый, раздражительный, если вы делаете ему какое-то замечание. Это явный признак деградации. Скажите правду кому-нибудь, и вы увидите, какая будет реакция. Видите, какая странная вещь. А как это получилось? Вот так это получается. Люди привыкли, чтобы все текло, было мягко, приятно, экстатично. Твердую правду трудно слушать, век Кали. Величие преданных Шри Чайтанья Махапрабху понять очень непросто. Но даже среди них Шри Рамананда Рай не имеет себе равных.
ибо он показал, каких высот может достичь экстатическая любовь к Кришне. Рамананда Рай учил этих девушек танцевать так, чтобы танцем и игрой передавать сокровенное значение его песен. Он учил их тому, как мимикой, движениями глаз и других частей тела выражать постоянные эмоциональные переживания, а также всплески эмоций и сатвик-абхавы, самопроизвольные проявления чувств. Видите, как опасно то, что здесь описывается. Здесь описываются внешние проявления чувств, когда человек начинает выражать и говорить, менять позы тела, интонации, взгляды. Это то, что, чем занимался Рамананда Рай с этими девушками. Но то же самое есть в духовном мире, говорится. По форме то же самое, по сути ничего общего. Там нет ни тени вожделения. Никакого ложного эго там не присутствует. Там нет желания обладать, наслаждаться независимо. То есть здесь говорится, на каком же уровне был Рамананда Рай. Присущими женщинам жестами и движениями в танце, которым их научил Рамананда Рай, те две девушки в точности изображали все проявления экстаза перед Господом Джаганнатхой. То есть они не имели этого экстаза. Он должен был им объяснить, что делать, чтобы показать этот экстаз внешне. Танцовщицы. И похоже, что они получали это представление не только при помощи танцев, но на самом деле они чувствовали чистоту Рамананда Рая. Каждый день он обучал этих девадаси танцу. Кто среди ничтожных живых существ, чьи умы всегда поглощены материальными чувственными наслаждениями, может понять состояние ума Шри Рамананда Рая? Комментарий. Служение гопи, которым занимался Рамананда Рай, для удовлетворения Кришны целиком и полностью относилось к разряду деятельности духовного мира. Тому, кто не находится полностью на духовном уровне, будет очень сложно понять действия Рамананда Рая. И вот когда слуга сообщил Рамананда Раю о приходе Прадюмны Мишры, то сразу же отправился к нему в комнату для приема гостей. Он поощрительно поклонился Прадюмне Мишре и затем с большим смирением сказал следующее. «Своим приходом вы очистили мой дом. Пожалуйста, скажите мне, что я могу сделать для вас, я ваш слуга». Вот каков этикет возвышенных преданных. Прадюмна Мишра ответил, «Я пришел лишь для того, чтобы увидеться с вами. Теперь, увидевшись с вами, я чувствую, что сердце мое стало чище». Видя, что уже поздно, Прадюмна Мишра больше ничего не сказал Рамананда Раю. Он попрощался с ним и вернулся домой. Он ничего не стал спрашивать или говорить. Он просто ушел оттуда. На следующий день, когда Прадюмна Мишра пришел к Шри Чайтанье Махапрабху, Господь спросил его, «Ты услышал, как Шри Рамананда Рай рассказывает о Кришне?» И тогда Прадюмна Мишра рассказал о том, чем занимался Шри Рамананда Рай. Услыхав об этом, Шри Чайтанье Махапрабху сказал такие слова. «Я саньяси», — сказал он. «И, разумеется, я считаю себя отрекшимся от мира. Но не говоря уже о том, чтобы увидеть женщину, даже когда я слышу женское имя, мой ум и тело приходят в некоторое возбуждение. Поэтому кто способен оставаться невозмутимым при виде женщины? Это очень сложно». Ну, здесь, в данном случае, это говорит Господь Чайтанья Махапрабху. С одной стороны, как саньяси говорит, что чувствует саньяси, что ему не нужно вообще соприкасаться с образом женщины, напоминаниями какими-то, даже на одежду женщины смотреть, для саньяси это нехорошо. С другой стороны, это сам Кришна. Если он слышит о женщине Радхарани, у него тоже начинают какие-то чувства возбуждаться, видите? Кришна таков. Здесь две точки зрения. Пусть все услышат этот рассказ о Рамананде Рае, хотя эта история столь удивительно необычна, что о ней не следует говорить вслух. А мы еще микрофон сегодня звучим. Но это как для Петербурга, вы должны знать. Никому такие истории не рассказывайте. Те две танцовщицы очень красивые и юные, но Шри Рамананда Рая собственноручно массирует и натирает маслом их тела. Он сам моет, наряжает, украшает их, при этом он естественным образом видит интимные части тела этих девушек, а касается их.
Несмотря на это, ум Шримананды остается спокойным и невозмутимым, хотя сам он учит тех двух девушек тому, как выражать все проявления экстаза. Вот такая тема все читаем Чаритамрите. Один человек занимался йогой больше 10 лет. Он инструктором был. И он считал, что он овладел очень высоким уровнем йоги. И тем не менее, как-то мы встретились, и он захотел поговорить со мной наедине. Без свидетелей. Ну, какую-то лекцию послушал. Мне говорили об бхакти-йоге, о контроле чувств, о чистой любви к Богу. И когда мы остались наедине, он задал именно такой вопрос. Как развить в себе это совершенство все-таки? Он мне признался, что он не достиг совершенства, хотя своим последователям говорил разные вещи. Но наедине он сказал, как все-таки достичь этого совершенства. Ну, тут ему прямо сказал, для этого нужно освободиться от сексуального влечения. И он, поскольку он занимался йогой, он понимал, что это означает. Это не просто какой-то человек с улицы, знаете, который никогда не контролировал чувства, опыта такого никогда не имел вообще, который думал о том, что он все может, знаете, стоит только захотеть. Он проконтролирует, он и курить бросит, конечно же, и то может сделать, и все может сделать, просто он не хочет как бы. И таких людей миллионы, на самом деле, большей частью. Но если человек уже пытался контролировать чувства, он понимает, что это такое. Вот он, поскольку занимался йогой, он понимал. Это непростая вещь. Освободиться от сексуального влечения? О-хо-хо, он сказал. Ему стало очень плохо. Говорит, а что, без этого нельзя достичь совершенства? Говорю, нет, что-то одно. Потому что, на самом деле, эта энергия, она должна просто очиститься. Она и приводит к совершенству человека. Она же в очищенном виде является его совершенством. Это любовь к Кришне называется уже. То, что называют любовь к женщине, к мужчине, на самом деле это любовь к Кришне в чистом виде. Это изначальное его положение. Значит, освободиться от сексуального влечения означает полюбить Кришну. Вот и все. Вот такая простая экстатичная йога. А для этого нужно просто желать Кришну. Каждый день. Хочу Кришну. Все. Деньги потерял. Ну и что? Я же хочу Кришну. Деньги большие заработал. Ну и что? Я же хочу Кришну. Ведь автоматически ум становится в равновесии. То, что описывается в Бхагавад-гите, в 6 главе, это вершина медитации. Автоматически, если человек в сознании Кришны, автоматически все нравственно-моральные, духовные качества придут к нему. И контроль ума тоже придет к нему. Он говорит, это высшая йога. Раджа в виде раджа гухьям, по ветрам и даму тамам. Чистейшие знания. Прабхупада называет эту науку сознанием Кришны. То есть просто учимся осознавать личность Бога. Не какого-то абстрактного, неведомого, а близкого, желанного, желать нужно. Как Господь Чайтанья. Он каждый день, каждую минуту, каждую секунду искал Кришну. Где мой Кришна? Где мой Кришна? Где мой Кришна? И он привел все признаки экстаза, все признаки совершенства в этом сознании Кришны. Его ум так же спокоен и невозмутим, как дерево или камень. Не чудо ли это, что когда он прикасается к юным девушкам, его ум нисколько не возбуждается? Только Рамананда Рай вправе поступать таким образом. Для меня очевидно, что его тело нематериально, оно полностью одухотворилось и поменяло свою природу. Итак, Шрила Прабхупада однажды говорил на эти темы, как важно преодолеть вожделение, что вожделение, если пойти этим путем, оно величайший враг всепожирающий. Он уничтожит все наши качества лучшие. Разум все устранит. Но он дал такую хорошую лекцию, что один ученик сказал после лекции Прабхупады, у меня не осталось никакого вожделения, все, я вас послушал, у меня нет вожделения больше. Я решил. Отныне во веки веков. Прабхупада посмотрел на него и сказал, у тебя нет вожделения? Говорит, все.
Тебе надо, говорит, к доктору обратиться. У здоровых людей должно быть какое-то вожделение. В другой раз он сам сказал Прабхупаде, ученику, почему мне аплодируют эти 30 тысяч людей в Пандале? Почему они восхищаются и аплодируют Прабхупаде? Потому что вы великий. Вы Джагадгуру, сказал ученик на сцене. Нет, не поэтому. Потому что у меня нет вожделения. Вот поэтому это происходит. Для ученика это было таким откровением, и подумал, а вообще возможно для обычного человека, если он не Прабхупада, достичь такого уровня, оказывается, нет никакого вожделения. И вот, вот такой итог, такой результат. И к доктору тоже обращаться не нужно, потому что есть что-то другое, более высокое. Вы не патент, имеется в виду. У вас есть эта энергия, но в чистом виде, изначальном виде. И Прабхупада понимал, как трудно ученику понять, что сказал Прабхупада. И они уже возвращались в квартиру, и там, заходя в квартиру, Прабхупада сказал, ответил на его мысли, которые роились в голове, искали ответ. Говорит, не то, что у меня нет вожделения, у меня просто нет времени. Мы так служим Кришне, что у нас просто нет времени. Потому что свободное время у людей только для вожделения. Заметили это? А куда его еще? Есть свободное время, куда пойти? Нужно найти какое-то место, где есть применение вожделению. Какие-то зрелища, молодые женщины, мужчины красивые, музыка, что-нибудь опьяняющее. Отдых называется. Это вожделение. Всегда человек ассоциирует свободное время с вожделением. И Прабхупада сказал, у меня просто нет времени. То есть мы так заняты служением Кришне, что у нас нет времени на вожделение. Даже отдыхать можно в сознании Кришны тоже. Только он и никто другой способен понять, в каком состоянии находится его ум. Но я могу сделать одно предположение на основе утверждения шастры. В ведическом писании Шримад-Бхагаватам содержится прямое подтверждение моей догадки. Это уже следующая тема. Здесь мы остановимся. А какой догадке говорит Господь Чайтанья Махапрабху? Тут начинается что-то необычное обсуждаться. Это только начало, преддверие всего. Одно дело, здесь в Шри Чайтанья Чаритамрите описывается сюжет, который достоин сильного удивления для практикующих преданных. Невероятное что-то описывается. С другой стороны, когда это будет объясняться, вы увидите, что ничего невероятного в этом нет. Ничего невероятного в этом нет. Душа – это не что-то невероятное. Это можно увидеть. Это не что-то недоступное. Это можно, каждый может. Прабхупаду спросили, а вы видите душу? Говорит, вы тоже можете увидеть. Сразу отвечал, вы тоже можете это делать. Нужна небольшая подготовка. Небольшая, лет 15-20, серьезно садхана бхакти. Не так много. Тут уже практикуют многие преданные больше. Гораздо больше. Как в начале день рождения Ишварапури, ему 90 лет, из них 30 лет он практикует сознание Кришны. И с большим энтузиазмом он пришел, значит, в 60 лет примерно, 59 лет пришел. В сознании Кришны. И всегда был энтузиастом, как молодой. То, что он делал вообще. Он всегда рвался, книги распространяются всеми, он так бегать не мог. Но он столик поставить там, тут он везде договаривался, он в любом кинотеатре договаривался на программы бесплатные, он декалин советов там снимал, каждый выходной день мы там большие лекции проводили. Это все делаешь в Варапури. Бесплатно, без денег. Он, как всегда, ему доверяли. Вы всегда уважали за его энтузиазм и преданность. Всегда беспокоился, как распространить, как проповедовать. Говорит, у меня не получается, читаю, что мне делать? Тут говорю, люди не понимают ничего. Я говорю, ну книгу дай. Ну, стараюсь, не берут. Ну, он думал, ну как же мне себе найти? Я, говорит, поздно пришел, говорит, я плохо понимаю философию, я уже не молодой, а вы все молодые, вы все быстро ухватываете. А вот я, говорит, такой. Я говорю, ну, Кришна даст тебе какую-то возможность, что-то делай. Он стал залы снимать, у него это прекрасно получалось. Бесплатно, в течение там года или больше. Любой зал в Декалин Советов был наш. Если Шварапури только запустить вперед было, и все. И когда я куда-то уезжал, он говорит, Чайтанья Чандра, куда ж ты? Мы же тут как гопи, как гопи, он говорил. В разлуке умрем, как гопи все.
всегда такие вещи мне говорил, что не вдохновлял сюда вернуться сюда. Но он меня, по-моему, в Самбурскую однажды отвез. Говорит, там дом давай купим, сделаем там ашрам в деревне на севере Кавказа. Я там что натворил, боже мой. Не буду рассказывать. Кришна уже смеется. Ну, какие мы были. Айшвара Пури, ну, он тоже опытный был, он уже понимал, что это вот так характер проявляются у молодых людей по каким-то поступкам. Он таким уже был человеком. А я вообще не понимал, что делать. А он уже тогда понял, что у меня, ну, характер своеобразный. Он купил мне дом. И говорит, вот тебе дом, там нужно ремонт какой-то сделать. Я посмотрел, там какой-то навес странный. Виноградник все запутал вообще, там ему километровый виноградник вообще. Все запутал, места все никакого нет. А мне нужно программу проводить, нужно очистить двор, там все. Его вырубил виноградник этот. Сломал все эти навесы. Даже соседи сбежали, сказали, а что-то случилось, почему ты все ломаешь, зачем? Все испугали, все, виноградник под корень. А мне сказал, что из него вино делают. Ну, я его под корень. Регулирующие принципы же, правильно? Это, говорит, винный какой-то виноград, не такая культура. Ну, я его под корень. И интересно, что этот хозяин, когда увидел, что с его домом делают, он деньги обратно мне отдал и забрал дом сразу, и выгнал меня оттуда. Так кончился мой деревенская жизнь, да. Мы там планировали большие программы, что приедет много народу, там нужно какой-то... Не огород, а заасфальтировать все, или там, ну что-то, что площадка была для лекции, знаете. Там какое-то время работали на земле, я помню, в Самбурске. Там много преданных жило как-то. Швара-Пури также строил храм здесь на Бумажной. Он сказал, я хочу строить храм. Я говорю, а ты умеешь? Он говорит, так я прорабом работал, ты что? Я же прораб. Я говорю, ну конечно, давай. А там 8 этажей без лифта. А ему уже больше 60 лет. И вот по всем этажам бегает. Туда-сюда Швара-Пури. Вот туда зовут, сюда зовут. Он уже несчастный стал через какой-то. Говорит, нет, больше я, говорит, не могу. Я, говорит, не выдерживаю. Говорит, Швара-Пури, иди сюда, я на 8 этаж. Потом на 3-й, а Швара-Пури срочно сюда, я спускаю. Потом на 5-й. И так целый день. Говорит, я, говорит, не смогу. Всегда вокруг него была какая-то молодежь. Он ими руководил очень успешно, занимался служением. Всегда, постоянно. Как-то его вот любили. И очень талантливые люди он находил, художников тоже. Он умел общаться с молодежью, хорошо. Вот, и теперь 90 лет. Это не самый старый человек в Ятре. Есть постарше женщина одна. Но вы не знаете. Она давно уже не приходит ИСККОН. Но когда мы начинали, она была нам как матерью. Это Холодинь, если вот, ну, кто-то, может быть, знает здесь сидящий Холодинь. Помните ее. Ее просад, вообще ее танцы. Она такая старушка, знаете, такой бант навяжет себе, вот такой бант на голову. И на сцену, и под киртан танцует. Так, и так. И все смотрят на нее и думают, что это такое вообще. Она не стеснялась никогда, танцевала в экстазе. Любила киртаны. И просад. Так вот она старшая Швара-Пури. Ей, наверное, уже под 100. Потому что соблюдает регулирующие принципы и повторяет 16 кругов мантры. А почему еще? Других причин нет. В Петербурге так люди долго не живут, живет. Это старый преданный. Итак, какие-то есть вопросы по этой теме? Пожалуйста. Если страшно проповедовать, даже если проповедь не прямая, но очень сильный страх, но хочется быть полезной, как преодолеть страх? Нужен опыт. У меня было то же самое, о чем вы пишете. Я думаю, у многих людей есть такая скованность общаться, проповедовать. Страх испытывают многие, я думаю. Особенно, если выйти на улицу, тем более, или... Сейчас с людьми говорить на эти темы.
Я был такой же пример, как в этой записке, точь-в-точь. Но преданные, они оказались сильнее моего страха. Был такой преданный здесь, он уже давно погиб, петербургский, Анантачарья. Мы пришли, он уже был инициированный, уже 5 лет сознания Кришны было. Это один из самых-самых первых в Советском Союзе человек. Хороший музыкант, вел киртан прекрасно, голос такой творчески одаренный, хорошо готовил очень, мастерски. И вот он опекал меня, когда мы пришли в сознание Кришны. Вы знаете, я работал на работе здесь, в пожарной охране. И он говорит, а как ты там, ты же на сутках, как ты там питаешься, вот тебе хватает вообще просады? Я говорю, ну там я какую-то кашу, говорит, приготовлю себе на целый день. Рассказал ему. В следующий раз иду на сутки, приходит Анантачарья туда с большой сумкой. И там целый пир для меня. Он был инициирован, я был, не был тогда инициирован. Я всегда говорил, что-то мне хорошее. Он меня сразу увидел, посмотрел так, остановился, говорит, а тебе идет военная форма. Он всегда не упускал возможность что-то хорошее сказать. Всегда. И всегда что-то вкусное готовил, приносил. И дошло дело до того, что я, когда его встречал, сразу лез к нему в сумку. На улице где-то еще сам открывал, что-то вкусненького. И там всегда было, он всегда улыбался, всегда что-то вкусненькое было для меня. И особенно он мне доверил мридангу, представьте себе. Одна мриданга была на весь Советский Союз, ее сделали очень хорошо из эпоксидной смолы, мембраны были настоящие, фирменные. Но преданные сделали ее, звук был потрясающий, пробивал весь Невский проспект. Да, да, такая гудящая, тяжелая была мриданга, такая, знаете, гудела, вот она звучала любое пространство. Оранжевая такая, мы очень любили. Вот эту мридангу он мне оставил на хранение, можете представить? Единственную мридангу, я к ней привязался, к этой мриданге. Итак, все мои желания исполнялись и прочее, прочее, прочее. Он говорит, что очень хорошо, что ты художник, и что вы художники, вы можете о Кришне медитировать на Кришну круглые сутки, когда рисуете его. Говорит, это очень хорошо. И вот однажды он мне сказал, сегодня программа будет с новыми людьми. Я, к сожалению, не могу пойти туда, у меня работа как раз выпала. Сходи ты. Я говорю, а что делать? Я схожу, конечно. Ну, лекцию дашь какую-то, по Бхагавад-гите почитаешь, киртан споешь. Это, у меня не было ни инициации, ничего, и это те еще времена. Я помню, как меня парализовал страх при одной мыслью, что я сейчас выйду к людям, к никаким-то незнакомым, с барабаном, и буду читать Бхагавад-гиту. Боже мой, это был ужас просто, смерть какая-то. Я хотел сказать, как это вообще возможно для меня. Но я не мог ничего сказать, потому что он был таким добрым по отношению ко мне. Я сказал, ну, хорошо. Я сказал, ну а как это возможно вообще? И пошел, можете представить? Я пришел туда, 5 человек сидело людей на полу, все новые, в какой-то квартире. Я был в страхе. Я взял барабан, от страха так запел, так стал бить в барабан, что их перепугал всех. Они тоже все помертвели, ни звука не издавали. Я потом стал читать Бхагавад-гиту и говорить, понятно? Понятно? Браман, Параматма, Бхагаван, понятно? Ни вопросы, ничего, ни реакции. Все сидели как мыши, тихо-тихо, вообще тихо. Поскольку я боялся, они тоже напугались. И потом там был один преданный, и он потом сказал Анантачарье, говорит, да он хорошо проповедует. О, все, я тебя буду посылать теперь, он сказал. Я, боже мой, куда меня посылать? Я так себя плохо чувствовал после этой программы, помню. Непонятно, люди понимают, не понимают. Ну, вообще никакого контакта не было. И все очень серьезно, знаете, так жестко, так прямо, Харе Кришна и все такое. Вот так это было очень страшно. А как на улицу выйти было, представьте мне одному с книгами. Смерти подобно. Но мы выходили. И постепенно, постепенно с опытом вы увидите, что вы начнете понимать людей, с которыми общаетесь. И не так уж страшно, оказывается. Все люди одинаковые. Природа одна и та же у людей человеческая. Важно пробудить добродетель, ну что-то хорошее сказать, как-то вот просто, без напряжения. Это опыт нужен. С опытом. М?
Да, желание. Культивировать желание в сознании Кришны. Достаточно ли этого? Да. Достаточно, желание достаточно. На это желание приходит все необходимое. Главное иметь желание. Обрести сознание Кришны, обрести Кришну. И все приходит автоматически, благодаря этому одному желанию. Все организуется в жизни. Но будет проверка. На самом деле мы хотим этого или нет? На самом ли деле мы этого хотим? Мы же не иметь желания выполнять принципы. Правила предписания. Если, допустим, мы не можем выполнять принципы, правила предписания. Но есть желание быть сознанием Кришны. Мы научимся выполнять принципы. Обязательно. Наоборот, не бывает так, что выполнение принципов за собой... Бывает ли выполнение принципов? Дает желание. Дает... Нет. Старая обезьяна выполняет все принципы, Прабхупада говорит. Ничего не меняется в ней. Именно желание, смысл должен быть. То есть человеку несложно оставить все эти дурные вещи, если есть высший смысл, желание обрести высший смысл, тогда он обретает эту силу. Если он, однако, просто соблюдает какие-то принципы, это взращивается гордость только его. Гордость вегетарианца, гордость философа, ученого человека, гордость благочестивого человека, это все просто лишь гордость. Кто-то сказал, что если даже вы не хотите кланяться, ничего не чувствуете, кланяйтесь, потом все. Как Прабхупада говорит, что если не хотите кланяться, все равно кланяйтесь, его к вам придет это. Да, но нужно кланяться, тем не менее, духовному учителю. Как можете поклониться Богу, скажите, если мы не видим его? Правильно, вот мы так учимся кланяться, духовному учителю, вайшнавам кланяемся. Так мы обретаем смысл поклона. Несомненно. Конечно, если кто-то не желает этого, даже кланяясь не обретет ничего. Ну что, сгиб-разгиб называется. Что? Понятно, что тут необходимо сознание важнее всего, не само упражнение поклона. Кланяться можно в сердце человеку. Даже если вы не можете так поклониться при каких-то обстоятельствах, можете в уме, в сердце делать поклон, это лучше еще. Если у нас нечего предложить Кришне, мы можем в уме предложить ему все, а это одно и то же самое. Говори, я озвучу. Так, микрофон. Стих, где говорится о том, что Акама Сарвакаму Ва, Мокша Каму Дар Тихти, Врина Бхакти Йогина, Яджитам Пурушам Парам. То есть, есть ли у человека желание, нет ли у него желания? То есть, если у него желание освобождения, он все равно должен поклоняться Верховной Личности Господу. То есть, подразумевается, что через следование процессу у него развивается одно желание служить Кришне. Процесс. Зачем процесс? Например, зачем делать добрые дела? Он говорит, добрые дела, а зачем? Хари-хари-бол. Есть звук? Нет звука вообще? Маленький звук, да? Можно больше. Например, зачем делать добрые дела? Зачем поступать порядочно? Зачем уважать старших и прочее? Для чего? Смысл этой практики в том, чтобы эти добрые вещи, которые мы делаем, проникли в сердце, стали нашей природой. Вот в чем смысл этой практики. Но если мы это делаем внешне, и это не становится нашей природой, это не духовная практика. Подразумевается, что если мы это будем делать регулярно, то постепенно это войдет в наше сердце и станет нашей природой сознания Кришны. Но есть другой пример. Лошадь. Можно взять за усы и привести к воде. Но пить вы ее не заставите, если она не хочет. Видите? Иначе как получается, что многие могут прийти и начать повторять святые имена и практиковать, но также многие могут и уйти.
Это означает, что практика не проникла глубоко в сердце. А за это отвечает именно желание. Когда-то на Невском проспекте я распространил книгу одному человеку, какому-то ученому. Он тоже писал книги. И он сказал, что я исследую влияние звука на сознание человека. Сказал, он есть о чем поговорить. Я занимаюсь тем же самым, практикую мантру. И дал ему книгу, сразу и взял адрес. Я говорю, я приду. Я пришел к нему через несколько дней, он мне возвращает Бхагавадгиту, сказал, я прочитал, мне туда не надо. Мне туда не надо. Это вопрос выбора уже, желания. Как избавиться от вожделения женщине? Не надо избавляться от вожделения. Погодите, я должен пояснить. Не вредите себе. Вы должны жить согласно шастрам. Есть правила предписания, как человек должен прожить эту жизнь, чтобы очиститься. Ашрамы существуют. Брамачари ашрам, где он подготавливается. Грихастха ашрам, где он может иметь отношения в семье. Ванапрастха ашрам, потом в конце концов отречение. Вот так постепенно нужно избавиться от вожделения. Регулируемая практика называется это. В семье эти вещи могут допускаться отношения мужчины и женщины, как мужа и жены, но регулируемо. Этому нужно научиться. Не пытайтесь избавиться от вожделения, это невозможно. Но необходимо зайти энергию на более высоком уровне. Допустим, изучайте философию. Серьезно возьмите за философию. Бхагавад-гита изучайте. Читание Чаритамриту, Шримад Бхагаватам. Это тоже вожделение. Тоже энергия вожделения. Но вы ее трансформируете таким образом. Вот этот интерес ко всему, тоже энергия вожделения. Но заинтересуйтесь Шримад Бхагаватам, заинтересуйтесь Бхагавад-гитой. И что же произойдет? Когда мы читали эти истории Рамана Дарая, сейчас о девушках, у нас не было вожделения. Смотрите. А ведь тоже описывалось отношение мужчин и женщин, но другого уровня. И так сердце очищается. Собственно говоря, если мы не читаем книг Прабхупады, нам очень трудно будет избавиться от вожделения. Вот мучают проблемы, вот отношения, вот сложно жить. Да, сложно. Ну хорошо, откройте книгу. Час почитайте, и вы увидите, вы счастливы на самом деле. Вы увидите сами это все. Да каждый знает это. Час, откройте книгу, любую книгу Прабхупады, почитайте, и вы счастливы. Все, мир в уме. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о духовном мире и Кришне. Я вас пошлю к Рамананде Раю, похоже, всех. О Кришне невозможно ничего рассказать. Нет, это не тот признак. Мне на самом деле нечего говорить о Кришне. Пусть Ведакта Широма не рассказывает о Кришне. Я вас к нему отправлю, он умеет говорить о Кришне. Нарада Муни тоже может философствовать о Кришне. Мы знаем как бы Кришну через Шрилу Прабхупаду и через то, что он нам дал имена, через книги Прабхупады и через Святое Имя. Почему вот движение ИСККОН такое могущественное? Потому что Прабхупада дал Кришну, очень много дал Кришну здесь, очень много. Ну, в максимальной степени раскрывается здесь все. Хотя здесь очень высокие стандарты, требования, это не так просто находиться в ИСККОНе. Нужно соблюдать, соответствовать как бы этим принципам культуре общества, чтобы быть признанным здесь. Если мы не соответствуем, нам будет трудновато в ИСККОНе. Здесь мы как обычные люди все, а на улице мы все странные, необычные. То, что мы можем делать здесь, обычное дело, но то, что там люди вообще этого делать не могут, они удивляются, что вы за такие люди вообще. И не едите, и не пьете, и так далее. И у вас целибат у многих полный. Сумасшедшие обеты просто. Очень тяжелые обеты у вас. И вы следуете этому всю жизнь. Вы жизнь на это кладете. Это же не так просто. Это нужно быть очень серьезным человеком. Риск. А
вот вдруг вы дадите все обеты, а вот в этой жизни вы не успеете. Даже Арджуна спрашивает Бхагавадгите Кришну об этом, а вдруг вот он человек предастся этой йоге, а в конце концов он не успеет достичь совершенства, что с ним будет в будущем? Кришна говорит, ничего не потеряет, он в следующей жизни продолжит то же самое. Все останется с ним, нетронутым. Если время, говорите мне. 15 минут. Можно ли проповедовать и распространять книги, если сам еще не все прочитал? Да, да, можно. Если даже одну шлоку прочитали, уже можете распространять книги. Я думаю, что вы даже будете лучше книги распространять с одной-двумя шлоками. Потому что когда уже прошли все бхакти-шастры, много сомнений. Можно так сказать, а можно и так сказать. Такой ачарья так говорил, а другой друг ачарья так говорил. И также у преданных разные еще мнения есть на этот счет. Как проповедовать? Ну, одну шлоку знаете, никаких беспокойств вообще. Дехина симиятха, дихе комарам, йованам джара, и все, и в книге будут только уходить, знаете, вот только так. Все просто. Не усложняйте себе жизнь. Не надо читать все книги Прабхупады, прежде чем распространять. Сразу вот вы прочитали, вам что-то нравится, ну вот и все, этого достаточно. Идите распространяйте. Вы уже можете сказать, хорошие книги, люди поверят. Потому что вам нравится. Недавно мне буквально письмо пришло на днях. Одна преданная вышла на Санкиртану, и две девушки подошли к ней. Книги не купили, но стали вместе с ней распространять книги. В Москве вот сейчас на марафоне. Не купили, но пообщавшись с ней, стали ей помогать книги распространять. Один преданный пришел еще в начале 90-х в Риге. Он увидел приятного Санкиртана на улице, книги распространяет. И заинтересовался, что за книги. Встал и открыл страничку, и там как раз было написано, что душа никогда не умирает. Это его потрясло вообще. В те годы, знаете, такое прочитать, что душа бессмертна. И он несколько вопросов задал этому человеку, преданному, и стал книги распространять. Говорит, люди, идите сюда. Стойте, посмотрите, что тут написано. Вот это один стих всем показывал, все книги брали у него. Но он их быстро-быстро распространил, прочитав только одну шлоку, потому что ему это очень понравилось, это просто проникло, и он сразу людям передал это. Никогда не ждите, не делайте долгих пауз, потому что если вы не проповедуете, не отдаете вот этот экстаз, это означает, что ваше знание будет уменьшаться, сила. Вы уже повторите, но уже не так. Вот сразу вы должны повторить. Вот когда Кришна дал, вот сразу отдайте это все. И на это место больше приходит. И еще. И еще, и еще. Кришна всем дед, это извет. Стоит ли из этого понимать, что он отец Иисуса или дед Иисуса? Нет, нет, не буквально, что вот он дед. У меня есть свой дед. Он пра-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 пра. Пра-пра-пра. Вот так нужно думать. Изначальный, оригинальный источник. В этом смысле. Поэтому отец всех живых существ, так говорится. Обычно про деда говорят про Брахму. Брахма, дед. Дед. Ну, про Кришну не слышал такое, что он дед. Он молодой всегда, какой он дед. Да он даже не выглядит как Бог. Он как мальчик-пастушок выглядит. Как-то к нему это не клеится название. Но он, тем не менее, самый старый из всех, в Гите говорит, старейший из всех. Как и душа, она самая старая, она изначально, она вечная. Но вечно юная, вот такой Кришна. Наше время истекло. Верно? Еще есть время? Откуда у вас столько времени? Возлюбите врагов ваших, но враг сынов человеческих дьявол. Так как же его любить? Любящий Бога ненавидит зло. Как-то несовместимо. А, нет, нет, нет. Разные уровни вы сейчас говорите. Сейчас мы не можем какие-то вещи принять, полюбить, которые опасны для нас. Но когда сознание возвысится, можете полюбить все. Понять их назначение, смысл. И полюбить. Только когда возвыситесь над всем этим. Не сейчас, подождите еще. С дьяволом дружбу не заводите сейчас. Мы не на таком уровне.
Мы уязвимы еще. Нас несложно искусить, так сказать, обмануть. Поэтому каких-то энергий мы должны сейчас избегать. Вот когда достигнете освобождения, тогда другой вопрос. Но сейчас не пытайтесь так поступать. Все от Кришны, но не все энергии Кришны мы должны принимать. Какие-то энергии опасны для нас. С ними шутки плохи. Поэтому что-то нужно любить, уважать на расстоянии. Если есть дьявол, значит, у него тоже есть какое-то предназначение, не так ли? Имейте это в виду. Он тоже служит Богу каким-то образом. Своеобразным образом. Есть форма, ритуалы, атрибуты. Они могут разниться от одной религии к другой. Есть содержание, то есть духовное бытие, любовь, как я это понимаю. Когда чувствуешь хоть какие-то отблески любви здесь и сейчас, то все, что не делается, через тебя становится молитвой. Но нужно ли выполнять ритуалы, не чувствуя в данный момент содержания и любви? Нет, ничего не нужно делать. Зачем это все делать? Читайте книги. Знания нужны сейчас. Любовь без знаний сентиментальная, она кратковременна. Сентиментально означает, что я могу сказать, что я люблю Бога, и при этом я могу идти есть мясо и пить вино, и делать, что я хочу. Это сентиментальная любовь называется. Но когда обретает человек знания, такого не будет больше. То есть суть в том, что сентиментальная религиозность не может остановить деградацию мира. Вот, религий много, но мир-то деградирует. А что нужно? Нужно остановить грех. Не быть сентиментальным, а научиться следовать тому, что написано. Следовать, не сентиментально, значит, делать это нужно. Поэтому сознание, конечно, выражается в этих правилах. Никакого мяса, рыбы, яиц, никаких интоксикаций, никакого незаконного секса, никаких азартных игр. И если это трудно, а это трудно, 16 кругов Хари Кришна мантры. И вы сможете это делать. И вы сможете это делать. Все. Задача выполнена. Не так, что сегодня я молюсь, а завтра я снова совершаю грех. А потом снова молюсь, и снова совершаю грех, и снова молюсь, и снова совершаю грех. И это духовная практика. Нет. Это не предписано никакой религии на самом деле. Ни Иисусом Христом, ни какой другой религии. Это называется лицемерие. И много есть других слов, которые критикуют этот подход. Это профессиональный грешник называется. Но на самом деле заповедь такова, что иди и больше не греши. Как-то нужно это остановить. И как же? Есть средства. Почему не принять? Вопрос. Почему не принять? Если это действует, если это работает. Почему принимаете лекарства, которые не работают? Только потому, что они отечественные. И почему не принимаете заграничные лекарства, которые работают, исцеляют? Потому что оно заграничное. Это проделки ума. Проделки ума. Вот дом горит, представьте себе, и вы звоните в пожарную охрану и просите наряд из Русской Православной Церкви. Исключительно. Вы так поступаете когда-нибудь, когда дом горит? Да вы просто выбегаете на улицу и говорите, кто-нибудь помогите, кто-нибудь, неважно кто, у меня дом горит. Вам без разницы, кто перед вами, какой национальности человек и прочее. Вот какая ситуация. А мы еще выбираем, нет, это не из православной церкви. Ну, дом сгорит. Дом сгорит. Он уже горит. Давно. Но уже многие на пепелище сидят. А что, правда, я говорю? Зачем же нам смотреть на ту деградацию с гордостью, что русский человек? Мертвый герой называется. Зачем нам мертвый герой? Кришна замечательное имя. Что, вы виноваты, потому что повторяем Хари Кришну? В чем мы виноваты? Никакой политики мы не делаем. Захват власти нас не интересует. Обогащение нас не интересует. В чем мы виноваты? В чем нас обвиняют? Мы говорим о Хари Кришне, ничего взамен не просим.
Скажите, пожалуйста, как правильно отдыхать в сознании Кришны? Готовите пир. Предлагаете Кришне все это. Вы, конечно, понимаете, кто будет есть. Но самое лучшее — пригласить гостей. Ну, я думаю, что все превратится в намахату, так или иначе. Ну, без какой-то задачи особенной. Отдых означает, это пир, это песни, танцы. Это хорошие разговоры, общение очень благоприятное. Это отдых. Так же хорошо с преданными иногда выходить на природу. Это полезно для здоровья, для общения. Например, на завтра баня запланирована с преданными. Где-то будет какая-то баня там. Тоже отдых в сознании Кришны. Много вариантов. А, вот видите, Прабхупада сказала, что сознание Кришны — это система отдыха. Так он назвал сознание Кришны. Какие книги вы посоветуете прочитать в первую очередь человеку, ничего не знающего о Кришне? Не важно какие, важно, что там есть комментарии Прабхупады. Любые книги читайте. Но если человек совсем не философ, ну, можно вот беседы какие-то Прабхупады прочитать. Небольшого объема книгу. Но на самом деле, если серьезно, покупайте сразу Бхагавад-гиту. Это книга на всю жизнь, все уже. Там есть все. Бхагавад-гита, вот с этого все начинается. Это классика, это основа основ. И какой, да, стих, вы там не встретите ничего непонятного. Вот на любой странице, если открыть, что тут непонятно? Людей, стремящихся к плодам своего труда, Господь в образе Ягешвары вознаграждает, даруя им все, что они желают и ради чего выполняют предписанные ведомые обязанности. Понятно? Что тут непонятно? Йоги, жаждущие обрести мистические способности, также получают их от Верховного Господа. Понятно? А откуда еще? Иными словами, успех деятельности каждого зависит только от милости Господа. Все методы духовного совершенствования – не что иное, как различные этапы одного пути. Ясно? Ну, видите, всем понятно же. Новый, старый. Ну, вот и все. Читайте. Комментарии. Стих. Как человек предается мне, так я и вознаграждаю его. Понятно же? Да, ну вы скажете, понятно-то понятно, но я не верю в это. Это другой вопрос. Но тут ничего непонятного нет. Абсолютно все понятно. С верой, да, вот тут вы должны сами потрудиться, пожалуйста. Как в это верить, как это понять научно, как это изучить. Но тут нет ни слова непонятного. Каждый во всем следует моим путем, о сын Притхи. Бог говорит. Вы же понимаете, что это Бог говорит. А кто еще может такое сказать? Вы можете такое сказать? Каждый следует моим путем. Или хоть кто-то. Да даже президент государства не может такого сказать. Вот считается, что Америка управляет миром. Но разве это так? Вы чувствуете, что вами управляет Америка? Нет, сердцем управляет только Кришна. И Америка управляет Кришна, и Россия Кришна управляет. Разве не так? Это же понятно. Читайте книги Прабхупады, все будет понятно. Сразу ум равновесие придет, от политики уйдете, и начнется жизнь. Не просто раздражение какое-то, а жизнь. Так что покупайте сразу Бхагавад-гиту, не пожалеете. Читайте Чаритамриту, пока не покупайте. Ну, конечно, вы можете купить, но пока не читайте, хорошо? Это уже аспирантура. Я начал читать, я первую книгу прочитал Шрилы Прабхупады «Легкое путешествие на другие планеты». Знаете, это вне времени и пространства книга, тоненькая такая, книжечка маленькая. Мне ее один наркоман принес в Петербурге. Я не знал, что это Хари Кришна. Наркоман, который... Ну, я ему сказал, что я выхожу из тела, и вот он мне принес эту книгу. И что же дальше? Там я ксерокопированная была книжка очень такого плохого качества, ксерокопия какая-то уже, там десятая. В твердой обложке с крестом в углу. Так она выглядела. Я сначала не хотел читать, а в конце там было интервью Шрилы Прабхупады с Котовским разговаривает.
И поскольку такая старая-старая книга, думал, что до революционного издания книга мне приносили. Я подумал, тот Котовский гражданской войны, то есть герой. Ну, лысый с этой шашкой, этот герой. Котовский. Я думал, ну, Котовский, йога интересовался. Думаю, вот это да, вообще, нам такого даже в школе не говорили. Я прочитал, я по этой причине прочитал всю книгу вообще. Из-за Котовского. Мы воспитывались на Котовских, на Чапаевых. Сейчас, наверное, люди, молодежь не знает даже, кто такие. Нас воспитывали на героя гражданской войны всех. И вот Котовский был один из таких героев. Я прочитал эту книгу, потом выяснилось, что это не тот Котовский. Но книга уже была прочитана. Вот. И я помню, как я до сих пор помню, как читал эту книгу. Я читал любую книгу, что мне не давали, всегда критически. Я искал малейшую ошибку, если я находил, я сразу критиковал все это. У меня был такой ум критический очень. Дотошный совершенно. Я себя считал философом вообще. Я взял эту критическую линзу, настроил на эту книгу и каждое слово стал сканировать. И я не нашел ни одной какой-то для меня зацепки, что-то можно было критиковать. Я вдруг понял, все, что там говорится, правда вообще в этой книжке. Вот это меня очень сильно поразило. Что же за книга такая? Кто же написал вообще? Но люди всегда какую-то правду говорят, какую-то неправду. Ну, есть какие-то несовершенства, но тут, ну как? И потом уже через 3 года, как я встретил преданных, эта книга пришла ко мне в другом переплете совершенно. Я не узнал, что это книга. Я ее читал, потому что время было какое-то лишнее у меня. На улице ждал сенат, же книги распространить ходили. Я читаю эту книгу через 3 года, раз ее когда-то пробежал глазами. И думаю, погодите, так это же мои мысли. Это мои выражения вообще. Если бы я написал книгу, я бы вот это все и написал бы вообще. Что за книга вообще? Как будто я написал эту книгу. Это стало моей книгой. Один раз я прочитал книгу Прабхупады. Бегло. И там говорит, что душа антиматериальна. Ее качество противоположно материи. Это было так убедительно. Это стало моей книгой. Все, что вы читаете из книг Прабхупады, войдет в сердце. Но это же Шрила Прабхупада, понимаете? Таких людей за историю, как бы вообще духовной культуры, за последние несколько тысяч лет не было такого уровня. Не было. Посмотрите внимательно вот на историю, взгляните, что происходит. Прабхупада в этих книгах объединяет все сампрадаи, все духовные направления, все в знании, в центре Бог. И кто это такой Бог? Все раскрывается. И кто такой человек? И какие отношения с ним? Все раскрывается. Досконально все раскрывается. Любой человек извлечет благо из этих книг. Любой. Неважно, какое он вероисповедание и какой национальности. При этом Прабхупада говорит, не меняйте свою религию, если не хотите. Просто читайте книги и применяйте эти знания. Вы можете не менять религию. Он никогда не говорил, ставьте свою религию и идите с кришнаитами. Ни в коем случае. Никогда такого Прабхупада не заявлял. Но знания нам необходимы. Сколько можно быть фанатиками или сентименталистами? Мир-то падает. Но теперь точно время кончилось. Шрила Прабхупада ки джай. Джай.